нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? В зависимости от места взрыва, от 30 до 50 тысяч. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы просто не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Черт возьми! У противника численное превосходство, а тут еще и всякое дерьмо с ним валится! Где здесь? Идешь наружу? Ты спятил? Все кончилось. Идем, нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Даже с метафором. Ты только посмотри. Ладно, теперь мы
должны объединиться с остальными. Набрал дан на позицию. Есть. Маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Виски Хоутел. Вы все слышали. Идем. Да, иди первым. Есть. Порядок. Прикрываю сзади. Понял. Звезда! Здание Эйзенхауэра. Левый дом на той стороне. Ох, ведь нам надо именно туда. Да, проверим, жив. Мы прикроем. Он мертв. Тихо. Вижу трех противников. Заняться бессмысленно. Так нам их не вытащить. Нужно стрелять или что? Вперед. А как насчет тех ребят внутри? Что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Не знаю, что хуже, уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да, тихо. Что-то заметил.
улицы чисто. Входим. Вперед. Иди за движением. Вперед. Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, вперед. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тот просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Слышите? Нам надо идти! Точно! Значит, вы находитесь в защищенной постройке.
Надо попасть на крышу и остановить их. У нас осталось меньше 2 минут. Идем! Отправимся в Москву. Не скоро, приятель. Да. Всему свое время, капрал. Всему свое время. Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш, и мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских, бьем точно в цель. Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нужно быть в двух местах сразу? Невозможно. Шансы убить Макарова 50 на 50? Капитан Прайс, прошу разрешения взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Мы с Опом возьмем свалку в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Вперед, вперед. Вас понял. Уходите с дороги! Установите пулю! Готовьте!
здание. Выезжают две машины. Не дайте им уйти! Вас понял. Не у противотанковых. Осторожно. Не у противотанковых. Уходите с дороги. Движущаяся техника уничтожена. Внимание! Макаров не обнаружен. Повторяю, Макаров не обнаружен. Никто больше не покидал здание. Возможно, машины были приманкой. Понял! Идем к зданию! Капитан! Азов! Противник укрывается! Не могу стрелять! Не вижу цели! Истребители 42-й дивизии! Проникнуть в здание и зачистить его! Вперед! Фотографии. Вас понял. Шепард, это голос. Макарова не видно, повторяю. Макарова не видно. Капитан Прайс, как успехи в Афганистане? Неплохо. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела. Но скоро мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарову некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передачу данных. Озон, ты прикрываешь сзади. Я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа, это Прайс. На свалку прибыли еще люди Макарова. Сауп, прикрой меня. Я уложу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед!
Готов к атаке. Я на позиции. Что за чертовщина? Внимание! С юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. Отбой. Вас понял. Всем обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед! Вижу, вот они, на поле к юго-востоку. Расчет РПГ приближается с запада. Есть один. Вас понял. Расчет РПГ приближается с запада. Я прикрою подход, а ты забери ЗУ! Пошел! Это Шепард. Мы почти в зоне высадки. Держись!
обстановку. Мы двигаемся к зоне высадки. Роуз, вперед! Шепард, предатель, повторяю! Шепард, предатель! Стоп!